складной нож от компании Бёкер, серии Бёкер Плюс. Это АК-101 в коричневом исполнении. Рукоять или корпус ФРН, он же термопластик. Надежная клипса, стянутая стеклобоем. Таким образом, на тыльной части имеется темлячное отверстие, такие насечки. И стандартная для серии Калашникова, это на осевом болте надпись на русском и на английском Калашников. Сталь 440C. И вот здесь, в этой части, можно вместо этого болта, в комплекте идет дополнительный болт и, собственно говоря, сама шайба. Здесь есть такая канавка под клинок, с помощью которой можно установить шайбу с рифлением. Для... В комплекте также такой болт для удобства открытия правой и левой рукой. Непонятно, почему это не сделано сразу и не добавлен просто болт. Ну, да ладно. Также имеется вот такой ключ в комплекте, с помощью которого легко откручивается осевой болт, который фиксирует внутри механизм. Ну, поскольку нету шайбы, откроем так. Фиксируется надежным лайнером. Сталь 440C. Спуски прямые по форме drop point. Ну, такая немалых размеров модель. Обработка клинка Stonewash. И видим гравировку автомат Калашников 101 серии Бёкер Плюс. Надежная, известная модель от компании Бёкер. Всем пока.